Привет, привет! Давно меня не было давно. Доктор ушел спать, а я пошел за компьютер, как сел. Думаю, сейчас устрою ему сюрприз. Прямо как все открою. Он вообще-то ждал, что там 9000 звезд будет, там с подарков, там еще что-то. Вот что-то он там наговорил, но я не помню, что точно. Ну, в общем, давайте сейчас его обнулим, а потом утром он проснется. И будет уже совершенно другая история. И по подаркам у нас такая ситуация. В общем, игры разума вообще не нужны, поэтому на 30-ке сидим. Нефтибабл у нас 19-й. И 19-й нефтибабл, если выпадет хотя бы один, но будет круто. Ну, не выпадет, ну и ладно. Ну и фокусник у нас 14-й. Желательно, конечно, самый минимальненький качнуть, какой-нибудь хотя бы 16-й. Ну, чтобы потом долго его не качать, где-нибудь в рулетке, чтобы он поменьше выпадал. Ну, если только будет. Ну, я думаю, что, ну, как бы сейчас как фокусника нападает до 20-го вообще просто с 10 подарков. Ладно, глянем. Посмотрим, может, парочку купим все-таки. А так, ну, я не знаю. Лучше всего, конечно, качать нефтибабла. Ну, давайте. Итак, игры разума. Сразу плюс 3-й. А чё не сразу плюс 3-й? Я уже ждал. Давай, опа! Игры разума плюс 1-й. Кстати, качаются они очень отвратительно. Наверное, смотрели видосик, да? Все угадали. Ники открывал подарочки, и там, вот там прям много-много было у него прям игр разума всяких вот. Плюс 2. Ну, если честно, бесплатки не так сильно радуют. А там 10 нету! Как ты собрался 10 открывать, если их нету? Ну? Ну и вот, ладно. Самое главное, веселое все-таки нефтибабл. Вот без нефтибабла, наверное, вообще скучно будет. Давай, 20-й нефтибабл. Нефтибабл, давай. 20-й нефтибабл. Давай, 20-й. Нефтибабл. 20-й. 20-й нефтибабл. 20-й нефтибабл. Нет, все, что хочешь, падает, но нефтибабл не падает. Давай, 20-й нефтибабл. 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 Бабл нефтик. Нефтик бабл. Бабл бабл. Нефтибабл. Ну нет, ребят, нет, 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 нет. Ну, короче, нету нефтиков. Ну, ничего не могу сказать, потому что фраза «открыть еще» прям совсем... Ну, давайте возьмем, давайте. Ну, чё зазря, что ли, как бы видео снимаем. Давай, купим. Блин, меня доктор убьет. Я тут хожу, трачу звезды. Нефтибабл. Давай, 20-й нефтибабл, давай. Ну. Ну, нефтибабл. Но там сотка подарков нужна была, конечно. Но сейчас, ага, так я и думал, 20-й. Ну, бесполезно, конечно. Ну, ребят, ну, тратится вообще не айс. Давай, фокусник. Нефтибабл не пошел. Давай, фокусник. Давай, фокусник. Давай еще. Ух, фокусник. Короче, вообще пустые подарки. Вообще, да? 16-й фокусник, офигеть, хочу. Хочу 16-й фокусник. Ну еще давай одного, вытащи одного еще фокусника, давай. Фокусник. Один. Фокусник. Копишь тут звезды, тут фокусник. Ну падай, падай. Опять в угол поставить, доктор. Нет. Нет. Ну, еще вот так. И еще один, наверное, все. Больше не буду. Все. Ну, не фартит, ребят, я понимаю, но ничего не поделаешь. Итак, получился фокусник. Получился за всю акцию фокусник. Получился 15-й. По крайней мере, появился одно гнездо для Аркона у фокусника появилось. Но новых умелок, конечно, нету. Ну, он не такой критичный. Его, если честно, надо на 20-й уровень качать. Ну и вообще, как бы, вот, ну, такая вот ситуация. Вот такая вот. Ладно, не сильно ругайтесь, я старался. Блин, завтра получу подзатыльник. И опять в угол. Как сказать доктору? А я скажу, я не открывал. Я скажу, это кто-то другой открывал. Ладно, давайте. Всем пока, я пошел прятаться. Там сундучок собирать, там в дорожку. Пойду погуляю. Месяцок-два, пока доктор не остынет.